Эх, хорошо. Здорово. Жарко. Ой. Найди предметы, о которых думают друзья. Это то. Да. Эх, хорошо. Здоровско. Фух, жарко. Эх, хорошо. Очень здорово. Ой, жарко. Дочка, ты чего? Конечно, жарко. Ведь лето же. А вот у нас на севере всегда зима. Хорошо. У нас там всюду снег, айсберги. Тучка, а может тебе на север съездить? Точно, Тучка, на север, в экспедицию. Так это далеко это, и я как-то не готов. А мы тебя подготовим. Перетащи предметы согласно континентам. Здорово! Так! Отлично! Пойдет! Да! Так! Здорово! Знаешь, Тучка, север стал еще севернее. Помоги Кеше собрать Тучку в экспедицию. Еще холоднее, еще голоднее, еще опаснее. Тебе понадобится еда, теплые вещи, снегозащитный крем, лыжи. Найди, что тут лишнее. Да! 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 Может, все-таки не надо? Не бойся, Тучка, без подготовки я тебя не отпущу. Представляю вашему вниманию супертренировочную площадку для экспедиции на север. Ого! Может, все-таки не надо? Ну что, готовы? Поехали! Северная вьюга! Айсберги! Все может быть. Север это...
страшные горы! Управляй санями, чтобы уворачиваться от препятствий. Нажимай влево. Ух ты! Здорово! Вот! Ого! Ух ты! Здорово! Ой! Вот! Ого! Ух ты! Здорово! Вот! Ого! Ух ты! Ой! Здорово! Вот! Кеш, я уже что-то не очень хочу в экспедицию. Не трусь, дружище! Теперь ты полностью готов к экспедиции на север! Ну что, я пошел? Да, удачно добраться! Ну что, ну до свидания? Прощай, друг! Пиши! Тучка, а может останешься? А так разве можно? Конечно, Тучка! Что там такого на севере, чего нет у нас? Всякие айсберги, снега, горы, пингвины. Так и у нас все это есть! Теперь есть! Зачем тебе уезжать? Собери картинку. Да я и не хотел уезжать. Ура! Тучка остается! Это потому, что у нас тут настоящий север! Даже свой пингвин есть! Кеш, на севере не водятся пингвины!